Люксовые бренды или секонд-хенд? Где одеваются ставропольцы и сколько они на это тратят? Выяснила редакция «Блокнот Ставрополь». Я одеваюсь в разных магазинах. H&M, Zara, Austin. Ну, в обычных магазинах, таких как Бершка, H&M, Stradivarius, Пол & Бир, Zara иногда. Вот. Тысяч 10. H&M, Бершка, Zara. Пол & Бир иногда тоже бывает. Армани, Гуччи, Версачи. Ой, 10 000. Месяц нормально купить что-нибудь такое. Раз в месяц я что-нибудь могу себе приобрести. Обязательно. О, ну, если честно, по-разному. Зависит от сезона. Более теплый сезон, конечно, ну, в размере там 15 000, допустим. Если зимой, то, ну, может быть, 10. Где-то так. Ну, на одежду. Мы одеваемся по, как сказать, по нужде. То есть, если что-то понравилось, мы берем. Нужна майка, красиво понравилась, берем. Вот, ну, примерно месяц, ну, раза 4-5 можем вещи купить. У меня самая дорогая одежда в городе, потому что у меня есть тетя, которая покупает одежду в самых дорогих бутиках Москвы, а потом, поносив один раз, отдает мне. Так что на мне сейчас миллионы и еще дешманская куртка, которую я у брата украла. Но сейчас я иду куда-то туда, чтобы купить себе рубашку, первую в жизни одежду, которую я куплю себе сама, на деньги, которые заработала сама. Zara, H&M, по-моему. Нет, это Бершка. Бершка, Пол & Бир, майка Пол & Бир, куртка H&M я тоже брал. Ой, джинсы 2000. Водолазка, не помню, честно. В том году покупала пальто 5, а кеды 2. Рибоки, сколько они там, 4 вышли. Штаны, не помню. Олимпик у друга взял, отцовская кожанка. Все. А футболка? Что-то свалдилось. Залпал рублей за 2. Ну, этот пуховик, он из Пол & Бира, по-моему, 7 000. Ботинки... Блин, ну честно, не помню, может быть, 2,5. Штаны, ну, может быть, 1000. Шарф 700. Ну и кофточка там у меня рублей 700 тоже. Таким образом, большинство ставропольцев одеваются в брендовых магазинах, таких как Бершка, Страдивариус и H&M.